Про бесплатный сыр, который в мышеловке, Александр Постников явно забыл. Уж больно заманчивым было предложение за год заработать почти треть от вложенной суммы. В обмен на свои кровные мужчина получил вексель. А когда в положенный срок предъявил бумагу к оплате, ему ответили – денег нет. Они сказали, что деньги пошлют на карточку. Подождал неделю, денег не было. Пришел повторно, она говорит, денег нету. Если будут деньги, будем отдавать, ну, понемножку. Такой ответ Александра Постникова не устроил. Мужчина предпринял еще одну попытку получить свои деньги, уже в сопровождении камеры ТСН. Встретившая нас сотрудница отвечать на вопросы категорически отказалась. Телефон, по которому можно напрямую связаться с руководством, тоже не сообщила. Когда деньги-то дадут? Да. Деньги, когда вы ему даете или нет? Вы можете позвонить по телефону горячей линии, пообщаться с руководством, потому что я не руководящий сотрудник, то есть рядовой сотрудник. Номер телефона 8-800-333-1406. Мы позвонили по номеру телефона, указанному сотрудницей, и вот результат. Неправильно набран номер. Проверьте правильность набора номера и перезвоните. Александр обратился за помощью в органы внутренних дел. В отношении финансовой организации начата проверка. Между тем, в полицию жалобы на эту компанию обратилась как минимум еще одна незадачливая вкладчица. Остальные пока надеются вернуть свои деньги. Приходят большинство пенсионеры. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.